являється салоном самого себе і середнього образу життя. Займаюся спортом, всіх класними штуками, іноді серйозний, іноді веселий, іноді радісний, іноді грустний. Як і обичні люди. Ну, а середній мені допомагає бути осознаним, постановити. Кожну секунду осознавати свої дії, осознавати свої якісь рішення, осознавати те, що я їм, як це все відбувається. Ну і робити це максимально цікаво і максимально полезно для себе і для окружаючих. І своїм приміром, відповідно, вже показувати, як це працює. Сьогодні будемо готувати таку штуку класну. Це заготовки називаються «Лето праздник Ура». Все так називаємо. Сложного взагалі нічого немає, дуже все просто. Единственный самый сложный вариант в этом всем – это вот эта вот штука. Да. Вот. Я вообще не знаю, как это нажимать. Это самое сложное. Но тут оно вроде бы подключено одну пробой. В общем, это штуковина, которая в современном мире называется блендер, предназначена для того, чтобы авокадо и огурцы у нас перемолоть и сделать такую маслянистую массу. Для того, чтобы мы вот на бутерброд намазать на вот эту прекрасную пилочку. Вот. Ну и украсить. В общем, сейчас я вам все покажу, что у нас получится. Блюдо очень простое. Что происходит? Берем огурцы, предварительно очищенные от кожуры. И легким движением. Можете кто-то поможет? Я понял. Надо так кидать и отбивать. Прикрывать сверху надо. Вы накидаете, а потом что? А я с чем закрыть? Я вот так буду вообще. Аккуратно бомба. Если у кого-то что-то еще есть, можно еще закинуть. Куча всего закинуть. Пальцы. Так, вот это мы закидываем. Я давно не могу. Сейчас, подожди. А он чем-то похож на инструмент советского времени. Так, ладно. Сделать искусственное дыхание. А, вот так. Ага. Только не до конца. А, я понял. Вот, то есть вы думаете, что такое мы закрываем, да? Есть, так. Пользоваться такими штуками. Да, потом уже как бы. Ну, как вы знаете, думаю, что все вы знаете, что есть в сыроедении несколько таких контекстов. Есть малоедение, когда мы берем кабачок и едим один кабачок. Или просто сыроедение, как вот в нашем случае, это мы что-то, ну, что-нибудь такое пытаемся приготовить, там такой вкусный, да, что-то необычное. Вот. По сути, самое лучшее, конечно, быть моноедом, и причем тем, который питается прямо с дерева. Допустим, на шелковицу, или еще на какой-нибудь, да, или просто идем. Вот как раз он у нас есть. Видно?
А ну, подождите. По сути, в принципе, достаточно. Достаточно. Оно как раз пройдет по поводу консультации, потому что здесь все, что мы сейчас изложим. Спасибо, Вселенная. Команда разобраться с точки. Вот. В общем, это у нас консистенция, которую мы будем использовать для нанесения на наши овощи. В общем, чтобы разнообразить вообще сам мастер-класс, можно взять по просадке. Самое интересное, что оно быстро мастируется, на самом деле. Только что, ну, оно как-то. А еще такая штука, допустим, вот я готовлю, я соль вообще не люблю. Да. То есть меня спрашивают, а как же соль это, мне, ну, мое мнение такое, что соль это, оно даже вреднее намного, чем вообще вареная сама пища. Мы даже больше привязаны к соли, а не к вареной пище. Но это мое мнение. Еще я помню, был такой фильм, я меня сейчас не помню, и там играл Брэд Питт, главный роль. Сериал про каких-то инопланетян. Вот. И там была такая штука, что эти инопланетяне, они от соли получали наслаждение. То есть для них соль была как героин. Они там продавали, покупали. И те инопланетяне, которые употребляли эту соль, они считались, ну как их изгоняли из общего коллективного разума. Я вот это задумался, а вдруг это инопланетяне, которые... По сути, если вот, допустим, соль не есть, вот, я пробовал уже так, и съесть соль потом, да, то начинает реально пилить. Честно. Вот именно так пилить, причем так жестко, что ты вообще такой ходишь, улетаешь в космос куда-то. Но это несколько дней, потом оно как-то происходит уже. Ну, такая, да, эйфория. В общем, да, там не буду скрипать. В общем, это вот у нас авокадо и огурец. По сути, можно просто авокадо, но огурец, он как бы немножко его разрушивает. Вот. Следующий мы берем кабачок. Вот он уже чуть-чуть нарезан. Ну, зарезаю. Извините. Да. И уже в вашем сознании будет, опа, это ж кубики. Это у него кубики. Это, кстати, да, это, кстати, тоже, когда ты начинаешь быть на среднем как можно дольше, ты начинаешь все называть своими именами. То есть, грубо говоря, если летит птица, и тебе кажется, что это ворона, ты можешь сказать, о, кирпич полетел. И оно уже будет как кирпич, то есть ты творец реальности. Но потом, правда, смешно. Да? Когда все называют воронами кирпичами, то ты сам называешь воронами, а не кирпич. В общем, делать, то есть мы нарезаем это для того, чтобы потом так было, хоп, и красивенько. Можно несколько вариантов, пока еще этот кабачок не нарезал. Парус.
Лети лежат. Так. Так берется вот такой вопрос. Чувак, я на руку. Да, левороты. Вот, и так вот мы накладываем. Размазываем по нашей вороне. Вот так вот красиво. Теперь берем капусточку у нас. Предварительно мы ее отделяли. И украшаем. То есть это у нас как бы закусочка такая, легенькая. Потом начнется шесть. Вот. Оп. И чуть-чуть. И вот так вот, ну, опа. А, и сверху обязательно, чтобы ну, был сам такой вкус, лимонный сок. Вот, вот. Вот, это есть капустный вариант. Теперь кабачок. То же самое. Потом берем капусточку. Зелень можно, в принципе, любую вообще. Но вот она именно эстетически очень красиво относится. По сути, можно взять там, допустим, морковь тоже. Любые овощи. Ну, вот как у вас фантазия, да? Самое главное вообще в приготовлении вот таких вообще блюд стратегических, это ваша фантазия. То есть вы в процессе. Ага, там есть куча всего. Овощи. Ого, вот это все, вот это то-то можно взять, это то-то, это то-то. Также вот, грубо говоря, есть у нас кубики наши, без полоски. Вот, то же самое можно взять здесь. Настя, какой-то у нас приблизительно?